этом видео мы вам покажем сборную модель 144 масштабе от фирмы Брингант. Это модель самолета Хе-162А2 в послевоенной версии. Модель эту выпустила, как я уже говорил, чешская фирма Брингант совместно с фирмой Яч или Джач. Не знаю, как точно называется. Поправьте кто-то в комментариях, если хотите. Вот. Внутри находятся литники. Два литника, инструкция и прозрачная деталь фонаря. Литники, насколько я понимаю, у всех версий одинаковые. Выпущено несколько разновидностей этой модели, просто с разными декалями, вариантами декалей. Вот. Так, различий, по-моему, нет. Хотя здесь есть отломанные, видно, детали. Возможно, что в других модификациях, может быть, вот как раз другие детали используются. Возможно, в этом, собственно, есть различия. То есть я могу ошибаться. Давайте посмотрим. У нас есть еще ролики про другие версии. Там это будет видно. Скорее всего, наверное, так и есть. Вот, вот такая, собственно, моделька. Вот такая к ней декалька. Фирма развила линейку моделей в 144 масштабе и допиков к ним. Так что, в общем-то, любители 144-го сейчас не обделены вниманием. Очень многие производители стали активно выпускать модели авиации именно в этом масштабе. И очень такие достаточно интересные. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и новых роликов.